2021 год, Сибирин Пауэр Шоу. Площадка APB Fight. Сейчас расскажу, ты мне уже говоришь, что. Сейчас мы будем проводить соревнования по дзюдо. Так что давайте, народ, подходим ближе к сцене, смотрим. Убедительная просьба, сразу говорю. Вот здесь сильно не бегать, на клетку не облокачиваться. Договорились? Есть стульчики, можно посидеть. Свободно. Сейчас начнем. Приглашать уже? Давайте поаплодируем друг другу. Соревнования по дзюдо открыты. Готовится 13-й год, Агапов Лев, Логинов Иван. Можно буквально секундочку. Я хочу пригласить организаторов данного проекта, данной площадки, Сидельникова Андрея и Скрябикова Романа. Эти ребята прям за ЗОЖ по ним видно. Мы только сейчас здоровались. Всем спасибо. Сегодня состоится турнир по дзюдо. Мы рады предоставить площадку для ребят. Ну, понятно, что она такая немножко нестандартная, с клетки, чтобы никто никуда не убежал. Да, это специально сделано. Поэтому, чтобы дети не бегали даже во время проведения мероприятия данного. Шучу, конечно. Сегодня здесь часов до 9, как и вчера, пройдут серьезные схватки, как по дзюдо, так по ММА. Что там у нас вчера? Универсальный бой был. Это к тому, что мы даем возможность, ребята работают, мы развиваемся. Поэтому цените время, уважайте друг друга, главное. Ну и сегодня всем побед, всем. Вы уже вышли, вы уже победители. Это к маленьким я обращаюсь. Всех приветствую. На международном фестивале Siberian Power Show в рамках этого фестиваля мы проводим 8-й турнир APB Fight. Всем спортсменам желаю удачи, без травм, аплодисменты. Я придерживаюсь к словам своих товарищей. Всем хорошего настроения. «2013 год. Приглашается Агапов Лев, Сибирский спортивный клуб и Логинов Иван да Винчи, категория 21 килограмм. Поприветствуем!» Готовится Урусов Петунин. Прошу прощения, Урусов Хохлов. Yeah.
объявляется Golden Score. Борьба до оценки. Можно, пожалуйста, врача?
Победу одержал Агапов Лев, Сибирский спортивный клуб. Уважаемые участники, напоминаем, что мы не расходимся, а остаемся до конца соревнований. Приглашается Урусов Федор, Сибирский спортивный клуб, и Хохлов Артем, Сибирский спортивный клуб. Готовится Довлатов Баранов. Победу одержал Урусов Федор. Приглашается Довлатов Умар, Сибирский спортивный клуб, и Баранов Никита, клуб «Да Винчи», категория 24 килограмма. Готовится Тарасов Чернякин.
Победу одержал Баранов Никита. Приглашается Тарасов Владимир, Сибирский спортивный клуб, и Чернякин Алексей, клуб «Да Винчи», категория 21 килограмм. Готовится Ларин Алексей, Волков Кирилл. Победу одержал Чернякин Алексей. Приглашается Ларин Алексей, Сибирский спортивный клуб, и Волков Кирилл, Сибирский спортивный клуб, категория 26 килограммов. Come on!
готовится Испаев Кондратьев. Победу одержал Ларин Алексей. Приглашается категория 26 килограммов. Испаев Лев, Сибирский спортивный клуб. И Кондратьев Максим, клуб «Тигр». Уважаемые участники, напоминаю, что мы остаемся до конца соревнований, никуда не уходим.
победу одержал без боевлем. Приглашается Михалев Александр, Суханов Макар, категория 32 килограмма. Оба участника из Сибирского спортивного клуба. Готовится Садовников Злобин. Победу одержал Суханов Макар. Приглашается Садовников Захар,
Злобин Иван. Готовится Шайхутдинов, Маншов. Победу одержал Злобин Иван, клуб «Ирбис». Приглашается Шайхутдинов Рустам, Мамшов Александр, категория 30 килограммов, клуб ССК. Готовится Еремеев Комаров. Победу одержал Шайхутдинов Рустам. Приглашается категория 27 килограммов Еремеев Егор, Сибирский спортивный клуб, и Комаров Марк, клуб «Да Винчи». Комаров Марк.
Победу одержал Комаров Марк. Готовится Иванов Максим, Беспалов Илья. Приглашается в категории 21 килограмм Иванов Максим, Сибирский спортивный клуб, и Беспалов Илья, клуб «Да Винчи». Объявляется Golden Score. Борьба до оценки. Спасибо.
Победу одержал Иванов Максим. Приглашается категория плюс 40 килограммов Самойлов Егор, Ярков Иван, клуб ССК. Готовится Наследков Воронцов. Победу одержал Ярков Иван. Thank you.
Приглашается. Приглашается на следках Дмитрий, Сибирский спортивный клуб, Воронцов Иван, школа самбо, категория 39 килограммов. Победу одержал Воронцов Иван, школа самбо.
Приглашается Чепченко Владимир, Сибирский спортивный клуб. Валиев Фарид, клуб «Да Винчи». Готовится Белоцеркович Витков. Победу одержал Чепченко Владимир. Приглашается Белоцеркович Александр, Питков Натан, категория 33 килограмма. Оба участника занимаются в Сибирском спортивном клубе. Готовится Миная Шмарловский. Thank you.
Победу одержал Белоцеркович Александр. Приглашается Минаев Артем, клуб «Ирбис», и Шмарловский Кирилл, клуб «Да Винчи», категория 28 килограммов. Поаплодируем, поддержим наших спортсменов. Готовится Маценко Куклин. Напоминаю участникам, что мы не уходим, остаемся до конца. Победу одержал Минаев Артем, клуб «Ирбис». Thank you.
Приглашается Маценко Павел, клуб «Ирбис» и Куклин Михаил. Школа самбо, категория 30 килограмма. Готовится Морозов и Куклин Георгий. Победу одержал Маценко Павел, клуб «Ирбис». Приглашается категория 30 килограмма Морозов Николай, клуб «Да Винчи» и Куклин Георгий, школа самбо. Победу одержал Куклин Георгий, школа самбо. Готовится Каренькин. Перегирин. Приглашается
Харенькин Максим, Сибирский спортивный клуб. И Передерин Илья, клуб «Тигр», категория 30 килограммов. Готовится Плаксин «Мои борода». Уважаемые участники, напоминаю, что мы не расходимся до конца соревнований. Является Golden Score. Борьба до оценки. Победу одержал Каренькин Максим, Сибирский спортивный клуб. Thank you.
На ковер приглашается Плаксин Вадим, Сибирский спортивный клуб, и Майборода Артем, клуб Ирбис. Победу одержал Майборода Артем, клуб Ирбис. Готовится Волочков Безруков. Уважаемые участники, напоминаем, что у нас еще соблюдаются карантинные меры, поэтому просим вас одеть средства индивидуальной защиты, точнее маски. Заранее благодарим за понимание. Приглашается Волчков Ярослав, школа самбо, и Безруков Кирилл, Сибирский спортивный клуб.
Победу одержал Волчков Ярослав, школа самбо. Готовится Иванов Комаров. Приглашается Иванов Михаил, Сибирский спортивный клуб, и Комаров Матвей, клуб «Да Винчи», категория 46 килограмма. Поприветствуем! Готовится Борисов Антипов. Победу одержал Комаров Матвей, клуб «Да Винчи». Приглашается категория плюс 70 килограмма Борисов Иван, Сибирский спортивный клуб, и Антипов Илья, школа самбо. Готовится Куватов Макмачоев. Тренер Борисова Ивана Попов Александр Александрович занимается он на мотозалке. Тренер Антипова Ильи Матюшин Алексей Викторович занимается на Свердловской. Good shot.
Победу одержал Борисов Иван! Уважаемые участники и родители, у кого нету с собой средств индивидуальной защиты, можно подойти к судейскому столику и взять. Но без маски ходить нельзя. Прошу одеть всех маски. Заранее благодарю. И заключительная встреча нашего турнира. Встреча двух победителей прошлого турнира. Пуватов Шахин и Махмашоев Мустафо. Категория плюс 70 килограмма. Тренер Пуватова Ли Семен Валерьевич. Тренер Махмашоева Матюжин Алексей Викторович. Поприветствуем бурными аплодисментами! Уважаемые участники, большая просьба после этой схватки собраться всем у входа на ринг, но не заходить, собраться просто рядом. Победителем стал Махмашоев Мустафо. Тренер может гордиться своим учеником. Подошел к заключительному этапу наш турнир. Всех участников прошу собраться в клетке, именно в клетке. Прямо туда заходим, не боимся. Напоминаю, участники, собраться в клетке. Это обязательно для всех участников соревнования.
вот сам пока не знаю. У меня, короче, телефона. Забился? Ну. Так, расфотать-то можно? Знаешь, кого расфотать? Вова, встань. Смотри, смотри. Сюда смотри, Вова. Победителей и призеров сегодня будут награждать вкусными призами от компании BeKind. Сейчас рассосутся. А, ну. Вова, вон там ваша, вон из СК, туда иди. Саша, иди вон туда, Вова, вот. Сейчас я уже тебе. Куда иди встретимся? Ты же видео забила. Что, включился? Нихера. Заплак.
всеми